Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Одинцовскому городскому округу задержали ранее судимого 21-летнего уроженца города Москвы, подозреваемого в разбойном нападении. Заказав такси для поездки из Смоленской области в Москву, злоумышленник через приложение отменил заказ, объяснив водителю, что якобы работает в правоохранительных органах и везет секретные документы, поэтому необходимо скрыть маршрут следования. По пути на заправочной станции клиент достал из сумки предмет, визуально похожий на пистолет, и заставил таксиста покинуть салон. Затем угнал автомобиль, сев за руль. По данному факту возбуждено уголовное дело, автомобиль возвращен законному владельцу.